где эти черные врата? Вон там, наверху. И они откроются перед нами? Я могу открыть их, когда мы дойдем. Но если черные врата открыты, значит... Врата откроются, когда мы к ним подойдем. Ахриман больше не берет силу плодородных земель. Они откроются. Как нам выбраться отсюда? Мы не можем добраться до механизма. Надо спуститься вниз к основанию башни. А если не выйдет, мы сорвемся, перед глазами пролетит вся жизнь, а потом конец. Ты умеешь поднять настроение перед лицом смертельной опасности. Что там она говорила про королеву? Она не была королевой. Скорее, женщиной не самых строгих нравов. Но она верила в то, что говорила? Она безумна. Чего ты от нее хочешь? Но в одном она была права. Ты мог бы стать кем-то еще, не тем, кто ты есть сейчас. Меня пока все устраивает. Ты бежишь от судьбы. Это совсем другое. Я больше никем не хочу быть. Ты сам не знаешь, кто ты. Ты прячешься за своими шутками, постоянно меняешь друзей, чтобы никому не привязываться. Чего ты боишься? Она на тебя дурно влияет. Не позволяй ей. Город света. Город Армузда. Мой город. Он стоит уже 1000 лет. Ахриман захватил его, но ахуры освободили. Теперь на город снова надвигается тьма. Thank you.
есть еще одна. Я чувствую прилету. Помоги! Когда-нибудь я не смогу поймать тебя. Не падать. Здесь еще.
Неонео. Пойдем, принцесса. Вы с отцом сами вот так вот поднимались и спускались? Нет, стражники. Да, если бы я был королем, я бы тоже этим воспользовался. И прочими благами. Вместе!
радоваться рано. Как Армуз допустил такое? Ну, может быть, с богами всегда так? Они делают то, что непостижимо для остальных, как в любви. То есть ты выполняешь миссию бога? Не бога, свою. Армуз тоже играет в этом роль. Но этот город связан со мной и моей семьей. А что здесь осталось? Даже если не учитывать старания Хримана, похоже, что это место уже умерло. Город угас, рассыпался, но наше дело живет. Пока дышит хоть один из Ахуров, а Хриману свободы не видать. И сколько здесь в городе осталось людей? Люди ушли. Ахриман набрал силу, тюрьма обветшала, и люди ушли. Ты уже видел всех, кто остался. Вы построили город света в пещере? Ярче всего свет сияет во тьме. К тому же здесь безопаснее, когда темный бог пытается всех убить. Безопаснее? Возможно. Если никто не умрет от гадящих на голову летучих мышей. Еще способ убиться. Это когда-нибудь кончится? Нет, пока Хриман не остановлен, а тьма не изгнана из города навечно. Ладно, идем. Нам придется пройти здесь. Рассчитай время прыжка. Нет смысла спасать город, если ты этого не увидишь. Как мы выберемся отсюда? Сюда. Куда теперь? Дорог нет, придется по стенам. Да, стены. Надеюсь, мы достигнем плодородной земли. Иди вперед. Только не надо!
всех. Может, поспешишь с лечением? Ушел. На площади у вас была клетка? Конечно. А как бы мы пугали детей? Не будешь слушаться, посадим тебя в нее и отдадим Ахриману. Серьезно? Там держали животных на продаже, в тупице. Ну, когда восстановите это место, поставьте еще пару штук. Они удобны. Города нет. Причем уже давно. И что ты будешь делать? Пока что думать о настоящем. Начнем с того, чтобы выбраться отсюда. У тебя должен быть план, что делать дальше. А у тебя? Я не люблю планировать. Видимо, я учусь у тебя. И сколько вас было здесь, до Ахримана? 200 или 300. Время забрало их. Когда этот город был на пике рассвета, здесь жили тысячи. Дома строили из мрамора, ворота блистали золотом. А потом начался упадок. Мрамор продали, чтобы прокормить народ. Город умер, люди ушли. Осталась только легенда.